Вот сейчас Дед Мороз, у него поступил срочный вызов, экстренный, действительно, но так. Наша подопечная Марина, мы у нее были, с тремя детками. Скорая забрала младшенькую с острым приступом астмы. Ребенок сейчас находится в больнице. Вот есть такая замечательная группа «Восток Франс» под руководством Елены Гавригиной. И вот они предоставляют сейчас лекарства нашей подопечной. Юлечка Сафонова купила лекарство, а мы сейчас летим срочно к девочке в больницу. Вот сейчас Дед Мороз приехал к нашей мамочке, привез ей вот лекарство. Успел, как говорится, и сейчас у нее ребеночек лежит на четвертом этаже, мы в больнице. А также от «Восток Франса» вот еще им к Рождеству, деткам, три замечательных подарка. Спасибо. Спасибо, люди, все, которые помогают Деду Морозу. Без вас Дед Мороз бессилен. Да. Спасибо огромное всем, кто помогает.